очень не люблю камеру, знаешь. Ольга, ради тебя я съедаю этот лимон. Да, Леся, сделай это, пожалуйста. Ради себя. Давай, я хочу это видеть, я хочу это видеть скорее. Привет! Послание для Оли. Что бы такое сказать? Оля. Посылать не надо. А так можешь что хочешь. Я для тебя послание. Привет! Мистер Илья. Ты хотела послание? Нет того смысла, который ты подумал. Что? Нет. Так, скорее, пожалуйста, потому что батарея... Ну, батарея пусть садится, это ничего страшного. Батарея не садится. В общем, почаще приезжайте, на самом деле. Рад меня видеть. Ну скажи это. Мы рады тебя видеть. Я не могу. Все, хватит говорить. Карина. Газда. Надо как-нибудь познакомиться поближе, почаще приезжай, и очень рада познакомиться. Да. Ты сама себе хоть послание скажи? Да, сама скажи себе послание, зрите. Я себе желаю почаще приезжать. Послание мне на сегодня, это когда Оля у тебя будет вариант, когда ты уже пьешь, уже не можешь пить, остановись, не пей больше. Оля, остановись. Я, конечно же, шучу. Можно выключать? Нет, не там. Это такая кнопочка. Там, сбоку. Где? Красная такая с камерой. А, вот тут она.